Ребят, всем с добрым утром. Смотрите, что у нас. У нас зимняя сказка. Зима началась. Смотрите, снег идет. Деревья все в снегу. Красота. Сейчас уже точно не растает. Ну что, друзья, опять мы ждем папу. Ага. Папа пришел. Волшебные черевички маме принес. Что это? О, покупки. Че, все нормально, все прошло нормально, все успешно. Да, чего сейчас это? Забираю пакет, он мне дает. Я давай проверять. Он видит, что я начал проверять. Говорит, так, там две маски должно быть, там то все там. О, а что-то я, говорит, пилинга не вижу. Я говорю, я тоже что-то не вижу. Сейчас подождите, там какой-то там кто-то там собирал, Максим или кто там, Паша собирал. Может быть, в коробку он положил с обувью. Коробку открывает. Ой, тоже нету. Сейчас, говорит, я пойду в машине посмотрю. Угу. Пошел в машине, говорит, блин, сверху лежала, выпала, видимо. Какие врушки! Хотел замутить. Нужно жалобу написать. Это что это такое? Сейчас что будем делать? Распаковку. Ну что, друзья, смотрим. Так, что это? Это бустер, девочки. Просто мега вещь. Я вам всем советую попробовать его. Еще я заказала пилинг скатка. Он, конечно, очень дорогой, но он мне так нравится. Кто не пробовал, я вам всем рекомендую. Обязательно попробуйте. Для лица это просто волшебная палочка. Да, Барри? Так, что еще дальше? Заказала я, в общем, смотрите, вот такие вот маски. Сейчас открою, покажу. Итак, Андрюша сейчас вам продемонстрирует нашу новую маску. Давай, одевай. Одеваем. Так, повернись боком. Угу. Теперь передом. Так, вот здесь вот, смотрите, есть клапан. Вот. Вот так вот она выглядит. Модель, конечно, немножко не бритая, но ничего. Так что вот такая вот маска. Нормально дышится тебе? Очень удобно. Только единственное, здесь вот уши маленько давит. А так нормально все. Так, вот смотрите. Башмачки. Вот такие вот башмачки я себе заказала. Они зимние, на меху, на натуральном, кожа натуральная. Ну, в общем, сейчас буду мерить, потом вам расскажу. Вот, смотрите, вот такие вот башмачки. В общем, ребят, померила я ботинки. Ну, короче, я расстроилась, потому что один сильно большой, другой сильно маленький, даже давит. Ботинки вообще классные, мне понравились. Придется мне возвращать их. Но не будем отчаиваться, потому что ботинок очень много везде продают. Найдем другие. Хочу вам показать. Вот я распаковала, все открыла. Это пилинг. Скатка. Смотрите обязательно, что была защитная пленка, потому что в Вилберсе бывает такое, что они вскрывают, поэтому если у вас будет скрытая упаковка, возвращайте и даже не думайте себе оставлять. Неизвестно, что там и когда она была открыта. И я взяла вот такой вот бустер. Мне он очень нравится. Если вы не знаете, как им пользоваться, обязательно погуглите и все узнаете. Вот такие вот были покупочки, но это еще тоже не все. Работает тут Андрюша, работает. А тут, смотрите, что. Черевички ему новые пришли. Ну-ка, боком повернись. Вот так, стой, не шевелись. Кто тут сидит? Нос любопытный. Напишите, что думаете, прикольный, нет? В общем, ребят, утепляемся. Мне не подошли, мне придется еще раз, наверное, какие-нибудь заказывать. А Андрюша-то, смотрите, как вообще кайфово. Мне вообще классно подошли. Вообще классно, Андрюша, подошли. Нравится тебе? Нравится. Ты счастлив? Да. Счастье-то знаете в чем? Что подошли. Ну, вообще клевые, мне нравится. Смотрите, Барик пришел тут. У нас целая делегация. Мы все смотрим, меряем. Ну, вообще прикольно. Ну-ка еще сзади. Вообще прикольные. В общем, Андрюш к зиме готов. Не замерзнет. Да? А, мех, мех. Вон, смотрите, мех. Пойду тоже что-нибудь сейчас себе закажу. А что это? А что я осталась без черевичек? Блин. А мои-то, смотрите, вон стоят на возврат. А у Андрюши-то, смотрите, какие вообще классные. Вон так вот называется, смотрите. Да, если хотите такие башмачки, можете заказать на Wilberis. Мы заказываем на Wilberis. Подошел. 44 размер, хотя Андрюша носил 42. Как-то незаметно выросла нога. Ну, обычно у меня 42-43, а здесь померили 28 сантиметров. И по размерной сетке 44 размер вышел. Да, сейчас я вам расскажу, как нужно мерить обувь. Значит, вы берете листочек, ставите свою ногу, отмечаете, где большой палец начало и где пятка. Потом прикладываете линейку и измеряете, сколько сантиметров. Когда будете заказывать на Wilberis, то обязательно смотрите по сантиметрам, сколько сантиметров данная обувь. Вот, например, вот эти вот башмаки, они были 44 размера, и они, Андрюш, вообще идеальны. Если бы мы взяли меньше размера, 42 или 43, как вот он обычно берет, то нам бы не подошло. Поэтому обязательно смотрите размерную
сетку, измеряйте свои ноги. Я уже знаю, что у Андрюши 27 сантиметров, у меня 25 сантиметров. Так что мы с легкостью все заказываем. Да? А сейчас пойдем что делать? Есть курочку. Все, видите, Барик тоже говорит: «Маманя, купи мне башмачки!» Так что все. Пошли мы кушать курочку, да? Пойдем. Вот она, моя курица. Рецепт очень простой. Вам понадобится всего лишь соль и курица. Ноги перевязывайте, кончики крыльев тоже обертываете в фольгу и ставите в духовку на 180 градусов. Не помню, на сколько времени. Пройдите на мой канал «Вкусняшки от Ксении» и посмотрите, на какое время нужно будет поставить. А в конце видео я вам обязательно покажу, что у меня получилось. Вот, смотрите, друзья, что у меня получилось. Вот такая вот ароматная вкусная курочка. Еще я сделала вот такой вот салат. Здесь капуста брокколи, цветная капуста, огурчики, фасоль, лук, обычная капуста, масло и специи. И сейчас мы будем кушать вот этот салат, конечно, очень-очень вкусную курочку. Всем приятного аппетита, кто с нами кушает. Сейчас я разломаю курочку и вам покажу. Смотрите, какая курочка. Просто вкуснятина. Это просто самый вкуснейший ужин сегодня будет у нас с Андрюшей. И вам приятного аппетита.